Всем привет! С вами Стив Про. И сегодня мы поговорим немного о Майнкрафте 0.15.0, а может быть и о 0.15.1. И вот вышло несколько официальных подтверждений о том, что поршни, лошади и другие нововведения пока что не будут добавлены. Об этом сообщает нам Шоги. Да, он написал, что вы еще не понимаете, что версия 0.15.0 создана для теста Realms, то есть в ней пока ничего не будет. Идем дальше, и это уже сообщает нам Томас, что альфа-версия 0.15.0 нужно входить с Xbox Live, но в релизе этой версии вход уже будет не нужен, друзья. Вот такая счастливая новость. Ну и Томас нам тоже сообщал о том, что пока что альфа тест 0.15.0 нужен только для Realms, но другие вещи придут чуть позже. Идем дальше. А дальше нам сообщает группа MK Beta 0.15.0. Я не знаю, честно, верите ли вы этой группе, либо не верите, но эта группа, по идее, для групп концепт. То есть это может быть даже фейковая группа, но она сообщает, что в будущем, или, можно сказать, сейчас уже готовится новая генерация миров в Майнкрафте. Но этот пост очень сомнительный, потому что такую генерацию разработчики вряд ли добавят. Также в файлах Майнкрафта 0.15.0 можно было заметить такие коды, которые нам сообщают о Эндермире. Ну, к сожалению, Эндермир пока что не будет доволен, потому что эти коды совершенно пустые. Здесь можем видеть, что Эндермир облака, ну и Эндермир биом. Но, к сожалению, этого пока что всего не будет. Ну и последняя новость на сегодня от Томаса, опять же, и он сообщает о том, что он пытается сделать мир 256 блоков, то есть он хочет расширить высоту мира, но, к сожалению, первый, блин, комон, то есть первое его опыт почему-то не удался, и появился вот такой баг с пустым миром, или, можно сказать, с далекими землями. Если еще кто-то не знает, то далекие земли — это баг мира Майнкрафта. Может быть, кто-то думал, что это официально было добавлено, но, к сожалению, это баг. Это официально подтвержденный баг. Ну что ж, надеюсь, вам новости понравились. Ну а на этом все. Мы будем, конечно, следить за новостями в Твиттере и разных группах ВКонтакте. Ну, конечно, ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал.